сало лейка. Это сало по-мордовски, это от сала, я истории читал сам лично. Сало это называется в лесу дремучая, вот это как река, мордовский перевод. Знаешь, лей, это там что-то связано в лесу дремучая холодная вода, это лейка. Лейка, вот это. Сало и лейка, она разбивается, понимаете. Сейчас тут книги здесь нет, я вам дал, вы почитали, там в Москве показали. И нальете воды, сейчас сами скупайтесь и почувствуйте. Сначала вода обжигает, как будто вот кто-то огнем тебе. А потом выходишь, ну, 3 минуты, и весь горишь. Весь горишь, и ничего никогда, пьешь, умываешься, никогда ничего не заболеете. Прекрасная вода. Значит, приезжают, наливают, канистрами, флягами вывозят. Кому-то, говорит, помогает, нам помогает. Вот мы... Я сам испытывал, ну, обычно пробивает там болезни, там воспаление, чири обычно, да? Вот в жару искупался там потный, никогда ничего не было. Эти источники, как утверждает народная молва, слезы убитых здесь во время Пугачевского бунта 20 монахов. Первоначально источников было 40, но сейчас удалось восстановить 18 ключей. Сололейка почти никогда не пустует. Народ приезжает сюда со всех сторон.